ремонт, день первый. Сегодня будет у нас побелка. Так, финальный вариант побелки. Натянули, побелили. К сожалению, не знаю, насколько хорошо видно. Все-таки желтизна немного проступает, пятна. Сегодня начинается самое веселое. Пол. Сегодня демонтаж паркета. Пора. Так, стяжечку сделали, все выровняли, натянули. Теперь ждать только, пока высохнет. Так, пока стяжка досыхает, начинаем клеить обои. Итак, обои поклеили, пока ждали, пока высохнет стяжка. Стяжка высохла. Все, теперь ждем ламинат. Итак, ламинат наконец-то уложили, причем заняло это где-то 1:15. Но ничего в этом мире не бывает идеального. Продавец не досчитался метра плинтуса. А я тоже не углядел. Ну, это мы доделаем. В любом случае можно заезжать.